Виноград подвязывает Капустина Татьяна Кузьминична, Александр Михайлович Гончарук, Потеева, Любовь Николаевна. Они 3-4-метровые. Ну как мне понятно, куда стоит там движаться? Давай. Бог помощь вам. Веревочек не надо больше? Будем ждать, как поспеет виноград. Вам веревочки-то нужны еще? Нет? Да, будут нужны. Не надо, да? Ну, пока есть, а там не знаем как. Еще нарежем. Господи помилуй. Там видишь как. Сегодня какое число? 21-е? 20-е? 20-е. Куда ты? А? Сегодня 20-е. Какое? 20 мая. 20? Да. Да. Хорошо. Сказано. Я пойду веревочек вам принесу. Хорошо. Вот тут уже май месяц, май 2024 год, понедельник.
Ну и так. Это вот у нас где молимся. Вот наша знаменитая елка. Очень большая. Вот же деревья почти все обогнала. Ель она вообще длинная, высокая.